Уважаемые коллеги, слышно ли, видно ли меня? Если слышно, видно, поставьте плюсик в чате, пожалуйста. Отлично, спасибо большое. Ну, значит, я думаю, мы можем начать наш сегодняшний вебинар, который будет посвящен онлайн-презентациям и их сравнению с программой PowerPoint. К сожалению, у нас на вебинаре не сможет присутствовать Павел Юрьевич Калинников. Он записал небольшое видеообращение к участникам нашего вебинара, поэтому я сейчас с вашего разрешения его включу, ну а потом перейдем непосредственно к теме сегодняшней встречи. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я с вами присутствую в записи. Так получилось, что одновременно с этим вебинаром я провожу другой вебинар на площадке компании «Ракурс». Поэтому я представлю сегодня Марину, Марину Орешко с экранов с записи. Марина у нас второй год проводит вебинары. В прошлом году это был один из самых популярных наших спикеров. В этом году мы продолжили с Мариной сотрудничество, и Марина проведет 15 вебинаров, не 10 вебинаров, как в прошлом году, а 15, то есть примерно по полтора вебинара каждый месяц. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на ее трек. Мы договорились, что в этом году будет освещена примерно половина тем, которые в прошлом году были самыми популярными, а вторая половина будет совершенно новая. Поэтому, кто в прошлом году слушал Марину, продолжайте получать удовольствие. Кто в этом году первый раз пришел на ее вебинар, я обращаю ваше внимание на то, что вам стоит записаться на весь трек Марины. Вот, и это будет с вашей стороны совершенно правильно. Вам будет очень интересно. Ходите, пожалуйста, на ее вебинары. Со своей стороны я хотел бы поздравить Марину с началом трека. Но у нас не только этот повод, на самом деле у Марины сегодня день рождения, поэтому давайте все ее поздравим сегодня. И сегодня же Марина проводит наш первый в этом сезоне свой вебинар, поэтому приготовьтесь внимательно слушать, задавать вопросы. Добро пожаловать в Директ Академию, всего доброго, до встреч на новых вебинарах. Спасибо большое. Ну, я думаю, можно уже наступить. Спасибо большое за поздравления. Очень приятно, так неожиданно совпало сегодня. И моя дата, и начало вебинаров. Ну, в общем, да, два повода одновременно очень хороших. Сегодня мы поговорим об онлайн-презентациях и, собственно, почему они сейчас так популярны. Почему на смену PowerPoint все чаще мы обращаемся именно к таким сервисам, которые позволяют создавать презентации прямо в браузере нашего компьютера, не используя никакого программного обеспечения. Хотя, казалось бы, PowerPoint сейчас уже достаточно хорошо развился, там есть и возможность монтировать звук, и сохранять видео в формат, и добавлять интересную анимацию, но тем не менее онлайн-презентации все равно пользуются популярностью. Это, наверное, хорошо, потому что они дают возможность выбора. Ну, давайте посмотрим, в чем их преимущество и как их вообще можно использовать, например, в библиотечной практике. Если посмотреть основные такие плюсы для онлайн-презентации, самый основной, на мой взгляд, это возможность для коллективной работы. Многие сервисы сейчас позволяют давать доступ к редактированию одной презентации сразу нескольким участникам. Это, например, удобно, если вы создаете какую-то коллективную работу, например, проект, какое-то исследование. Вы можете подключать своих читателей, и они со своих компьютеров могут заходить в презентацию и ее редактировать. Каждый, например, может отвечать за свой слайд. Особенно это интересно, если работаете с детским коллективом или в школьной библиотеке. Эта работа по-своему очень интересная. Как это работает на деле? Ну, например, в блоге библиотек я видела такие акции для читателей, например, хоровод новогодних поздравлений. Создается одна общая презентация, и каждый из читателей, кто захочет, заходит в эту презентацию и оставляет свое поздравление для библиотеки. Другой вариант я вам сейчас дам как ссылочку. Это акция. Проводилась сетевая акция, проводилась на портале Вики Сибириада.
Сейчас, минутку, ссылку вставлю, чтобы вам было виднее. Они собирали со своими читателями коллекцию различных слайдов, посвященных различным играм народов мира и народов России. Вот «Шире круг» это называлась акция. Результаты оформлены были вот в виде такой презентации. Тоже интересный вариант организации сетевого какого-то мероприятия с помощью онлайн-сервиса. Таким образом, первый плюс – это все-таки коллективная работа и совместный доступ. Второй плюс – это доступность онлайн-презентации. Если в PowerPoint нам обязательно нужен Windows, компьютер и необходимое программное обеспечение, чтобы было установлено, то вот для онлайн-презентации никаких программ и дополнительных приложений устанавливать не нужно. Вы с браузера своего компьютера можете заходить и тут же работать, начинать создавать презентацию. Единственное, что вам нужно – это, конечно, доступ в интернет. Кроме того, онлайн-презентации, они все хранятся в облаке, в интернете, и к ним вы всегда имеете доступ. Вам не обязательно носить презентацию с собой на флешке. Если на компьютере есть доступ в интернет, вы можете открыть ее не только на компьютере, но и даже на мобильных устройствах часто, и показывать ее прямо из облака. Либо ссылку распространить таким образом, поделиться этой презентацией. Особо вот еще такой плюс, как мобильность. Возможность делиться, быстро просматривать и получать в любой момент доступ к своей работе. Кроме того, презентации публикуются очень быстро. Как только вы начали создавать такую презентацию, она уже в интернете опубликована. Вы берете ссылку и получаете код для встраивания этой презентации в блог или на сайт. И таким образом вам дополнительно нигде ее публиковать уже не надо. В случае с PowerPoint вы эту презентацию должны найти, куда загрузить, в какой-то хостинг, ну, например, в SlideShare или в SlideBoom, какой-то другой сайт, и уже тогда получаете код и публикуетесь. Ну, процесс намного ускоряется в этом случае. Кроме того, презентацию онлайн можно бесконечно редактировать. Как только вы ее открываете и вносите изменения в нее, эти же изменения отображаются на всех сайтах и во всех блогах, куда вы ее вставили. Это тоже очень удобно. Не нужно тратить свое время. Ну и, наконец, онлайн-презентации у PowerPoint могут еще выиграть по своей необычности. Они предлагают различные необычные эффекты. 3D, анимацию, мультипликацию, возможность интерактива, например, опросы, голосование, какие-то взаимодействия с читателями. Это все в онлайн-презентациях очень здорово работает. Поэтому можно этим пользоваться, и этим, наверное, тоже онлайн отличается. Ну, давайте уже ближе к делу перейдем, посмотрим на инструменты и сервисы, которые помогают создавать такие презентации. Я выбрала небольшую подборку. Это не все, конечно, что есть в интернете. Есть много еще различных бизнес-сервисов, которые ориентированы на продажи, на менеджеров и так далее. Я их в расчет уже не брала. Взяла те сервисы, которые позволяют создавать презентации именно конкретно в библиотеке или в школе для работы с ними. Начнем с самого, наверное, известного сервиса Google Презентация, ну, потому что без него никуда. Это самое первое, что приходит на ум, когда мы говорим об онлайн-презентациях. Я по ходу нашего рассказа буду вставлять небольшие ссылки на работы, чтобы вы могли познакомиться, посмотреть как пример работы той или иной, сделанной в сервисе. Ну, вот, например, мы такую делали в библиотеке презентацию, посвященную как раз вот нашей работе за год в Google. Ну, во-первых, Google презентация позволяет организовать коллективную работу, пригласить пользователей, она бесплатный, сервис бесплатный, позволяет добавлять в презентацию изображения, видео, есть шаблоны для тех, кто только начинает, можно загружать свои темы для оформления, импортировать слайды из PowerPoint, правда, их немножко придется подкорректировать, иногда слезают шрифты, или, ну, в общем, проблемы иногда со шрифтами бывают. Готовую презентацию вы можете тут же скачать себе на компьютер, либо как обычную презентацию, либо в виде разных документов. PDF, как картинку, как текст. Самое главное для того, чтобы начать работу, вам нужно зарегистрироваться в Google, получить аккаунт. После этого на своем диске вы заходите, выбираете создать презентацию Google и получаете вот такое рабочее поле. Как видите, похоже на PowerPoint. Во многом с левой стороны у нас слайды, сверху панель управления, которая позволяет добавлять различные элементы в презентацию.
весь сервис русскоязычный, здесь особых проблем не должно возникнуть. Ну, я кратко по вкладкам пройдусь, что здесь, какие возможности есть, если вы первый раз только с этим сервисом знакомитесь. Файл позволяет редактировать, делать различные манипуляции с презентацией, удалять, копировать, публиковать, получать ссылки, это вот через вкладку «Файл». Дальше, вкладка «Правка», ну это понятно, это различные редактирования, копирование, вставка, отмена действия. Вид – это предварительный просмотр презентации. Вставка – это вот основной инструмент, позволяет различные объекты добавлять, в том числе картинки, видео. Слайд – вкладка, помогает оформлять, выбирать тему для оформления, шаблоны, переходы между слайдами. Формат – форматирует слайды, упорядочить, выравнивает объекты на слайде. Настройки позволяют настраивать просмотр. Ну и чуть ниже, более подробно, добавление различных элементов. Все это очень хорошо и функционально работает. Сервис достаточно быстрый и удобный. Поэтому, вот, если начинать работу с онлайн-презентацией, можно попробовать его. С правой стороны я выделила кнопку, называется она «Настройки доступа». Вот это как раз кнопка, которая позволяет добавлять различных участников к себе в презентацию в качестве соавторов. Вы можете им разрешить просматривать презентацию, можете разрешить ее редактировать или добавлять комментарии к ней. Вот, пожалуйста, вкладка «Файл», которая помогает скачивать эту презентацию и публиковать ее в интернете. Здесь все просто. Выбираем файл, скачать как и формат, либо опубликовать в интернете. После этого вы получаете ссылку на готовую работу и можете ей делиться. Рядом будет код для того, чтобы встраивать на сайт или в блог. А вот комментирование. Если вы руководите каким-нибудь проектом по созданию онлайн-презентации, вы можете взять на себя функции комментатора. И, допустим, если вы работаете с детьми, да, запись вебинара будет. Если вы работаете с детьми, то вы можете направлять их, задавать какие-то вопросы, помогать им делать подсказки в виде комментариев. Это очень просто делается. На любом слайде выбираете любой объект. Правой клавишей выбираете слово «комментировать». Ну и сбоку появляется вот такое окошечко, куда вы вводите свой комментарий. Как только участник заходит в презентацию, он видит сбоку значок комментариев, открывает, знакомится и продолжает работать в соответствии с вашими рекомендациями. Очень хороший сервис, очень быстрый, функциональный. Единственные тут, может быть, недостатки – небольшое количество шаблонов, не очень большое, хотя вы можете свои темы добавлять, и небольшое количество шрифтов, которые поддерживаются. Поэтому, если вы будете импортировать PowerPoint-слайды, то шрифты какие-то декоративные, красивые, могут некорректно отображаться. Другой конкурент – Zoho Show. Он менее известен, но мне тоже очень понравился, я решила о нем рассказать. По функциональным возможностям можете сравнить, они практически одинаковые. Здесь есть и коллективная работа, и изображение аудио, и видео добавляются, и есть шаблоны, анимация, можно импортировать слайды, сохранять и регистрироваться либо по адресу, либо по аккаунту Google+. В чем разница между предыдущим сервисом и этим? Сервис Zoho Show тоже русифицировался, к счастью. В прошлом году он еще был на английском языке, в этом году он изменился, стал более красивым, более быстрым, поэтому он уже стал таким хорошим конкурентом для Google. Здесь все просто. Вверху первый кружочек, который чуть левее, это инструменты для добавления. Здесь изображения, ссылки, таблицы, диаграммы. Чуть дальше кнопка для воспроизведения, для форматирования совместной работы. Вот, например, у меня из форматирования открыт, например, список переходов между слайдами. Как видите, достаточно большой, намного больше, чем у Google. Вообще, если сравнивать с Zoho Show, такой более красивый сервис, он позволяет больше и красивее оформлять презентацию. Различные шрифты, их тут достаточно много, различные переходы между слайдами, разные красивости в виде вот таких вырезных рамочек, например, появились. В общем, он может быть не такой быстрый, как Google, но намного более красивый. Поэтому советую, рекомендую, тем более, если у вас, допустим, на работе нет возможности выйти в Google, там заблокирован как-то аккаунт или просто фильтры стоят, то вот хороший вариант Zoho Show. Он работает по электронной почте. Google аккаунт не нужен.
Ну, вот для примера я открыла, например, вкладку «Файл». Здесь тоже кнопка есть «Загрузить», и вы можете скачивать на компьютер готовую презентацию. Раздел «Доступ» позволяет ее получить ссылку, а опубликовать публикует в интернете. Готовую презентацию можно встроить на сайт или в блог точно так же. И здесь есть тоже функция комментирования. Сбоку вводится комментарий, точно так же выделяете объект, добавляете комментарий, опубликовать, и он появляется рядом с презентацией. Если вы хотите что-то такое красивое, художественное, с хорошим дизайном, что-то необычное, и ориентируетесь в основном на фотослайды, мало текста и много картинок, вы такую презентацию хотите увидеть, то можно попробовать сервис Canva. Я вот совсем забыла вам ссылку кинуть на Zoho. Сейчас, минутку, отправлю вам ссылку. Эта презентация сделана была как виртуальная выставка. Вообще все презентации в основном используются в библиотеках для виртуальных выставок, для каких-то тематических презентаций. Ну вот примерчик для Zoho вот такой у нас получился. Теперь, что касается сервиса Canva. Canva – это фотосервис, он изначально ориентирован на создание различных красивых изображений. Если работали, то, наверное, знаете, что он позволяет создавать различные картинки для социальных сетей, для постов в блогах и на сайтах, для каналов на YouTube, и инфографику позволяет рисовать. В общем, в основном он ориентирован, конечно, вот на такие красивые работы, основанные на фотоизображениях. В нем есть еще и функция создания презентаций. Правда, презентации сохраняются в формате PDF, не в традиционных слайдах, а вот в виде PDF. Я вам ссылку как раз дала. Здесь я просто собрала несколько слайдов, оформленных в разных стилях, на основе шаблонов, которые дает Canva. Шаблоны есть платные, есть бесплатные. Бесплатных тоже достаточно много, можно на свой вкус что-то выбрать. Количество работ здесь не ограничено, создаете столько, сколько вам угодно. Бесплатных более 20, но вы можете добавлять и модифицировать каждый шаблон на свой вкус, поэтому количество вариаций может быть бесконечным. Экспорт, я уже сказала, в формате PDF. Но единственный минус у Canva то, что не все шрифты поддерживают русский язык. Это, конечно, самая большая печаль сервиса. Сейчас они развиваются, появляются потихоньку новые кириллические шрифты, но пока, к сожалению, не все доступно. Как же это все работает? Вот так выглядит рабочее поле. Здесь все достаточно просто. Вы выбираете сразу шаблон для презентации, широкая, узкая. Далее с левой стороны у нас список шаблонов. Вы можете его прокручивать. Бесплатный отмечен значком «Free». Далее сбоку, чуть дальше, совсем слева, где я в красную рамочку ввела, там кнопочки для изменения фона, добавления текста, картинок и загрузки своих файлов. В качестве своих файлов вы можете загружать свои изображения или свои фотографии в сервис и их использовать. Количество загрузок тоже не ограничивается никак. Кнопка внизу, которую я ввела, это кнопка для добавления нового слайда. Как только с одним слайдом вы закончили, вы можете браться за следующий и продолжать его оформлять. Вот такой интересный сервис для фотоистории, для цифрового какого-то сторителлинга, мне кажется, очень симпатично и подойдет. Canva достаточно известная. Вот конкурент Canva. В последнее время очень хорошо развивается и вызывает очень много положительных отзывов. Сервис Крелла, может быть, кто-то уже попробовал. Сервис, ну, практически один в один Canva. Очень похоже. Здесь большая библиотека изображений, намного больше, чем в Canva. Здесь просто, ну, в два, в три раза, наверное, изображений больше, бесплатных, я имею в виду. Тоже можно создавать неограниченное количество работ. Это могут быть и презентации, и инфографики, и различные картинки. Крелла, например, в отличие от Canva, начал создавать анимированные картинки. Вот позднее на вебинарах я буду рассказывать об анимации. Вот об этом расскажу чуть попозже поподробнее. Но вообще стоит попробовать этот сервис. Он очень необычный, получается красивые, необычные
работы, которые можно тут же на сайт или в блог публиковать и в социальных сетях распространять. Здесь несколько раз больше бесплатных шаблонов, около 100 их. Тоже презентации сохраняются в формате PDF, но, к сожалению, на них нет ссылки, их только скачивать на компьютер. Вот Canva дает ссылку на свои работы, а Crello пока нет. Зато самый большой плюс – здесь все кириллические шрифты поддерживаются. Там большой список шрифтов, если зайти внутрь сервиса, то листать придется достаточно долго. Шрифты все красивые, дизайнерски оправдано все. В общем, нужно пробовать и любоваться получившимся эффектом. Crello в этом отношении мне даже больше стал нравиться, чем Canva. Я уже больше склоняюсь к нему. Ну, как видите, рабочий стол практически одинаковый. Здесь тоже есть список шаблонов с картинками. Тоже обозначено, что платное, что бесплатное. А дальше кнопочки для добавления различного контента. Вы можете свои фотографии добавлять, менять фон, менять изображение, добавлять свои тексты и так далее. Таким образом, очень симпатичный сервис. Если вы не только настроены на то, чтобы работать с изображениями, но еще и текст какой-то, то вот еще один интересный сервис – Flowris. Он позволяет добавлять картинки, анимацию, использовать библиотеку изображений, и все это сочетается с необычным просмотром. Если вы сейчас по ссылочке пройдете, которую я положила в чат, то увидите, что там слайдами листаются не как обычно, а в виде такой, как-то сказать даже, в виде такого небольшой ленты, которая располагается с левой стороны. Вы можете нажимать на отметки на этой ленте, и у вас слайды будут меняться. Либо вы можете вертикально мышкой прокручивать слайды. Другой вариант. Не горизонтальный, а вертикальный такой просмотр. Flowris – простой, очень простой сервис для создания простых, таких же незамысловатых презентаций. Хорошо подходит для детской аудитории, если вы с детьми пробуете работать, то, наверное, будет здорово попробовать. Потому что здесь даже инструкции особых писать не надо, здесь все интуитивно понятно. Есть рабочее поле, вот оно в центре, с левой стороны инструменты, ну, фотоаппарат добавляет фотографии, буква А добавляет тексты. Далее различные фигуры, квадратики, кружочки. Значок пазл позволяет добавлять различные эффекты. Например, переходы между слайдами, либо анимацию. Дальше добавление различных графиков и диаграмм. Вот все очень просто. Как я уже сказала, здесь вы можете выбирать переходы между слайдами, настраивать анимацию, добавлять новые слайды. Количество работ не ограничено и сервис бесплатный. Поэтому вот для детской аудитории, мне кажется, хороший вариант. Давайте посмотрим еще один, чуть посложнее. Сервис называется Beautiful. Название говорит само за себя. Сервис красивый. Он позволяет создавать красочные, красивые презентации на основе фотографий. В основном текста тут немного. Есть бесплатный план, есть платные версии. Бесплатно можно до 70 шаблонов использовать, больше даже. Создавать любое количество презентаций. Есть тут шрифты, их достаточно много, анимация. Кроме картинок, вы можете добавить сюда инфографику, видео и аудио. Я чуть попозже расскажу, как это делается. И самый большой плюс здесь просто огромная библиотека изображений. Если вы создаете презентацию какой-нибудь тематики, такой не слишком узкой, то вы можете в самом сервисе найти тут же все картинки. Вот эту презентацию, которую я вам положила в чат, Лапландский заповедник, как раз все картинки практически, кроме одной, я нашла на сайте этого сервиса. Даже далеко ходить не пришлось. Как выглядит рабочее поле? Тут минимализм. В центре слайд, который вы оформляете по своему вкусу. Сбоку кнопки для добавления различных вариантов. Здесь можно добавить и картинку свою загрузить, и фон поменять, и настроить анимацию, переходы между слайдами. Вот, например, фотослайд в виде коллажа. Вы можете здесь менять картинки местами, переставлять, выбирать две картинки, три картинки в кадре будет или так далее. Итак, практически каждому слайду. Сервис называет себя умным. Он подсказывает
варианты оформления. Как только вы вводите какую-то текстовую запись или добавляете какую-то картинку, вам тут же сервис подсказывает, как ее лучше разместить, как красиво ее оформить, и различные другие вариации вам предлагает на выбор. Крыло я все скинула, они все вот чуть выше. Все ссылки там есть. И на Флориес, и на Крыло. Крыло я дала через Коломео, потому что ссылка не дается самим сервисом, пришлось скачивать и размещать ее через Коломео. А Флориес, да, чуть выше в моем предыдущем комментарии есть ссылки. Далее, когда вы уже оформили слайды, вы можете еще поработать с изображениями. Здесь большой выбор картинок на любой вкус, фотографий. Как видите, они тут рассортированы по категориям, их просматривать достаточно долго можно. Более 2 часов я потратила, чтобы выбрать то, что мне нравится. Здесь, правда, очень много всего красивого, все это бесплатно использовать можно. А дальше каждую картинку вы еще можете отредактировать, изменить ее, сделать прозрачной, добавить разные фотофильтры, эффекты. В общем, такие возможности дают только, наверное, Крыло. Даже Canva так с фотографиями не работает. Ну, после этого, после того, как вы все это отредактировали, сохраняете презентацию, получаете ссылку, ну и публикуете на сайте или в блоге. Все это хорошо вставляется. В общем, рекомендую, очень красиво результат получается. Ну, не могла мимо этого сервиса пройти. Вообще, сервис PlayBuzz, он рассчитан на создание различных интерактивных викторин, опросов, голосований, но в том числе есть у него и шаблончик один для создания презентаций. Я их для себя назвала рейтинг презентации, ссылку я вам сейчас послала, как это выглядит. Что это такое? Мне кажется, это для библиотеки очень интересно будет использовать, потому что наверняка все мы составляем вот такие рейтинги, списки различных книг, различных каких-то достопримечательностей, ну, в общем, топ-10, там, 20 и так далее. И вот PlayBuzz, он позволяет такие оформлять красиво наши списки в виде презентации. Вы можете выбрать любое количество слайдов, вот я 5 или 7, по-моему, выбрала и рассказала о главных достопримечательностях Мурманской области. То же самое можно по отношению к книгам делать. Почему стоит использовать этот сервис? Потому что он очень-очень простой. После регистрации у вас дается вот такой шаблон. Вы вводите название презентации, описываете ее, добавляете фотографию на обложку. А дальше загружаете фотографию, добавляете слайд. И на каждом слайде вы можете размещать фотографию и небольшой текст. В основном это будут такие фотослайды. Для текста тут не очень много символов. Около 160, не так много. Большой текстовый формат не получится, но зато презентация красивая и красочная получается и с обратным отсчетом вот таким. Готовую презентацию можно опять-таки на сайте и в блоге опубликовать. Обо всех сервисах, о которых я вам рассказываю, есть обучающие материалы, они все собраны, я и ссылки, и все примеры, которые даю, и обучалки, все сохранила вот в этой презентации, которую вы сейчас смотрите. Еще есть одна справочная презентация, 14 онлайн-сервисов для создания презентации, она тоже доступна. Все это находится в папке «Ресурсы», вверху, с правой стороны, есть такая серая папка. Раз, два, пятая, если считать слева. Если вы на нее нажмете вверху прямо сейчас, то откроется список ресурсов, и в ходе презентации можете тут же скачать их себе на компьютер, если какие-то материалы вам интересны. А мы дальше переходим к еще одному сервису. Для меня он стал новым, необычным. Я пока еще не попробовала его в полной мере. Попробовала его использовать в качестве поддержки для PowerPoint. Я взяла готовые слайды, просто загрузила в этот сервис и посмотрела, насколько корректно это работает и что еще можно добавить. Вот, пожалуйста, ссылка. Мне сервис понравился, я решила о нем рассказать. Он загружает сюда презентации, уже готовые слайды, только в формате PDF. Но это не сложно, PowerPoint переформатировать в PDF и загрузить так. Плюс к тому, что он вот так красиво все сохраняет и отображает, можно еще дополнительно добавить сюда анимацию различную, переходы между слайдами. Дальше вставлять можно изображение, аудио, видео, ссылки. Самое главное, чем он выгодно отличается от всех предыдущих, тем, что сюда можно добавлять разные встраиваемые объекты. Достаточно взять код этого объекта и вставить. Поэтому можно внутрь презентации вставить еще одну презентацию, либо какой-то опрос, игру, голосование, все это по коду.
либо можно карту добавить, Google карту, либо любой другой объект, у которого есть код для встраивания. К сожалению, сервис платный. Бесплатно можно создать 20 презентаций, но со всеми возможностями. Ничего здесь не ограничивается, поэтому можно попробовать. Он тоже такой минималистичный, на черном фоне такой слайд основной. Дальше вы добавляете новые слайды кнопочкой внизу. С левой стороны, как всегда, у нас набор инструментов. Я предлагаю вам обратить внимание, кроме всего прочего, на инструмент, который с лупой в самом низу, синенький. Вот я его открыла в центре, а дальше в разделе «Миск» здесь список всего-всего-всего, что можно встроить в эту презентацию. Я долго его листала, разбиралась, но аудио из SoundCloud, можно добавить видео из различных вариантов, из YouTube, из Vimeo, из других ресурсов. Google карту можно добавить и любой встраиваемый объект, какой захотите. Поэтому презентация получается более интерактивная и более интересная для просмотра. Кроме того, более продвинутый вариант, здесь еще можно добавлять анимированные картинки, гифы разные. Можно свои с компьютера, можно взять их из интернета, а можно прямо внутри самого сервиса поискать. Тут есть поиск, и вы, может быть, по поиску можете найти все, что захотите. Правда, поиск на английском языке. Сервис вообще англоязычный, тут может быть немножко будет более сложно, чем с предыдущими, но тем не менее несложно, интуитивно, понятно, можно разобраться, опять-таки есть обучающие материалы. Вообще слайды мы привыкли традиционно листать, да, слева направо, справа налево. Есть инструменты, которые позволяют листать слайды сверху вниз и слева направо одновременно. То есть такая многомерная получается презентация. Пример такого сервиса Slides. Интересный сервис, он условно бесплатный. Здесь бесплатно может 250 мегабайтов размещать информации, в зависимости от того, какие, насколько тяжелые у вас презентации. Есть библиотека готовых шаблонов, вы можете уже импортировать PowerPoint слайды, настраивать переходы между слайдами и вверх, и вниз, и справа налево, добавлять анимацию и различные объекты, изображения, видео, ссылки и встраиваемых объектов. Ну, вот он на предыдущий Людус очень похож этим. Ну, единственное, что у него немножко меньше возможностей, тут всего 250 мегабайтов, может быть, для кого-то не очень много. А как это работает? Ну, вот рабочее поле. Тут тоже, в общем, не очень все сложно. С левой стороны идут перечисления того, что можно добавить. Тексты, изображения, видео, различные формы, линии. Кнопка iframe позволяет как раз встраиваемые объекты добавлять различные. Либо видео, либо презентации, либо что-то другое. Дальше, вот самая последняя кнопка mass, она предполагает, что вы, если на математические темы что создаете, то можно различные формулы добавлять. Готовые презентации можно поделиться, ссылка, можно ее себе сохранить на компьютер, правда, без эффектов анимации. Ну и встроить на сайт или в блог. С такой презентацией очень удобно и интересно получаются, например, виртуальные выставки различные, рассказы о писателях. Например, основное повествование идет традиционно слева направо, а какие-то дополнительные слайды с дополнительной информацией вы можете помещать сверху вниз. И таким образом получается вот многомерная презентация, и читатели как квест будут у вас ходить по этой презентации, рассматривать ее. Дополнительных настройках здесь достаточно много. Здесь выбирают и фон, и шрифт, здесь их достаточно много. Вы можете настраивать переходы между слайдами, ну, опять-таки, все это сохранять и публиковать. Еще один интересный сервис – Emaze. Он был одним из первых и продолжает развиваться в онлайне. Сейчас изменил немножко свой внешний вид, но функции остались все те же. К сожалению, монетизировался. Раньше бесплатно можно создать было 5 презентаций, сейчас только 3. Он, кроме того, что позволяет создавать презентации, он еще позволяет создавать различные сайты, блоги и различные изображения анимированные. Ну, в том числе ориентируется на презентации. Здесь есть готовые шаблоны, шаблоны интересные, есть какие-то очень такие нестандартные, например, вот я вам ссылку дала, это вот фотогалерея называется шаблон, есть в виде газеты, какие-то другие варианты. Можно взять уже готовые PowerPoint слайды и просто настроить анимацию. 3D-эффекты в чем заключаются? Это вот как раз вот эти красивые переходы, например, фотогалереи, где у нас идет перемещение камеры.
внутри, создается немножко эффекта присутствия. Для работы в сервисе понадобится достаточно мощный интернет, потому что эти 3D-эффекты, они требуют определенной мощности. Здесь не очень сложно все. Ой, извините. Извините. Здесь все достаточно несложно. Здесь можно с помощью инструментов вверху добавлять тексты, изображения, различные медиафайлы. Внутрь можно вставить видео, озвучку, аудио и различные виджеты. Что такое виджет? Это вот как раз встраиваемые объекты различные. По ссылке добавляются. Ну, давайте посмотрим поподробнее. Вот, например, озвучка. Вы выбираете любой объект на этой презентации, который считаете необходимым, нажимаете на значок рупора, и после этого получаете возможность загружать свое аудио, какой-то в виде музыкального фона. И у вас будет презентация с музыкальным сопровождением. Дополнительно настраиваете, когда музыка появится, когда исчезнет. Если необходимо, она будет по кругу играть на продолжение всей презентации. В общем, выбираете и самостоятельно настраиваете в этой презентации любую практически функцию. Достаточно интересный и необычный сервис выделяется из всех остальных. Ну, вот об этом, о сервисе Apprezi уже много сказано и много написано, и целые сайты и блоги посвящены этому сервису. Обучающих материалов тоже очень много. Я в основном расскажу, чем он выделяется. Сервис Prezi позволяет создавать так называемые летающие презентации. У них тоже есть 3D-эффекты и увеличение и уменьшение масштаба. Здесь как таковых даже слайдов нет. Мы перемещаемся свободно по какой-то траектории от одного объекта к другому. Все это можем рассматривать, приближать, увеличивать, отдалять и так далее. Кроме того, внутрь такой презентации можно добавить различные картинки, аудио и видеоматериалы. Работает это вот так. Это основная стандартная Prezi Classic, традиционный формат презентации. Вы выбираете шаблон. Здесь можно свой начать с нуля, самому создавать шаблон. Но если вы только начинаете, то лучше все-таки попробовать уже готовый, поэкспериментировать, потому что на первых порах не очень просто разобраться. Ну, по крайней мере, мне пришлось какое-то время потратить, чтобы понять принцип работы. Здесь в каждом объекте вы прописываете какую-то информацию. Либо текст добавляете, либо картинку. Все это вы можете приближать, отдалять и любой момент настраивать. Либо, если не запутаться в настройках, можете уже готовы оставить настройки, так будет даже проще. После этого запускаете презентацию, получаете на нее код, ссылку и можете ее публиковать. Раньше Prezi можно было скачать на компьютер даже с сохранением всей этой анимации. Сейчас это только платная функция, к сожалению. А вот Prezi Next – это усовершенствованный вариант, он быстрее, сообразительнее, как утверждают создатели, более новые технологии. Единственное, что здесь с нуля ничего не получится создать, здесь придется брать уже готовый шаблон. Здесь есть кнопка Insert, которая позволяет все объекты вставлять. Опять-таки, выбираете любой объект на экране и из шаблона удаляете содержание, вставляете свое. Новый слайд добавляется кнопкой внизу. Вот я в красную рамочку выделила. Она позволяет новые слайды добавлять. И вот таким образом у нас презентация создается по кусочкам, по частям. Ну и опять ссылку и код для встраивания в блог и на сайт можно получить. И таким образом Prezi считается вот тоже одной из самых первых онлайн-сервисов для презентаций. Продолжает развиваться и очень красивые появились сейчас шаблоны. Большая часть из них бесплатна. Поэтому рекомендую, тоже очень хороший инструмент. Кроме того, в Prezi можно еще настроить совместную работу, как, например, в Google или в Zoho. Вы можете пригласить совершенно бесплатно других участников для работы с презентацией. Не все сервисы дают эту возможность, у Prezi он есть. По адресу электронной почты рассылаете приглашение, а дальше участники работают с вашей презентацией и помогают вам в сотрудничестве. Сервис, который мне очень нравится, H5P. Сейчас я вам ссылку опять пошлю. Это уже наша презентация, посвященная космонавтике. Этот сервис выгодно отличается от всех остальных тем, что он позволяет добавить больше интерактива. Вообще этот сервис создан для создания любого интерактивного контента. Вопросы, опросы, викторины, интерактивные изображения, видео, в том числе и презентации. Внутри одной презентации можно добавить много что. В основном изображение аудио-видео и, кроме того, еще
различные опросы и викторины, что самое главное. Он абсолютно бесплатен. Здесь можно создать любое количество работ. Единственное, что он на английском языке. Но все упрощается тем, что есть шаблон готовый. Называется он курс Presentation. А дальше внутри этого шаблона вы уже добавляете свое любое содержание. Я вот каждую кнопочку здесь подписала, и вы можете уже по количеству надписей сориентироваться, насколько много здесь всего можно добавить в презентацию. Кроме традиционных текстов и изображений, вы можете добавлять и аудио, и видео, и различные виды викторин. Например, заполни пропуски, вопросы разные с одним ответом, с несколькими, правда, ложь, вопросы утверждения, различные упражнения с переносом слов. Диалог карты, таблицы, даже интерактивное видео можете добавить. Как только вы выбираете какой-то объект и переносите его на экран, у вас открывается соответствующий шаблон, и вы внутри этого шаблона вносите свои изменения. Вот, например, вы выбрали вопрос с ответами. Есть графа question, там вопрос, есть графа ответы. Туда добавляете правильные и неправильные, сохраняете. Вы можете один вопрос добавить, можно несколько. Очень интересно получается создавать такие презентации интерактивные. Зрители не только читают какую-то информацию, смотрят картинки, но еще параллельно участвуют в вопросах. Самое интересное, что в конце такой презентации дается список всех вопросов, ответов участника, ну и начисляется ему определенное количество баллов. Такой эффект соревновательности получается. Интересный, необычный, хорошо встраивается в блоги и на сайты. В общем, отличный инструмент для работы. Вот еще один из его шаблонов, это, например, с картинками. Выберите название животного и соотнесите с картинкой. Вот такой внутрь можно поставить. Интересные презентации, опять-таки, для детей получаются, интерактивные. Еще один очень интересный сервис – Genially. Я в прошлом году о нем много рассказывала, в этом году тоже не обошла его своим вниманием. Сейчас я вам ссылку пошлю. Это рассказ об одной из библиотек, сделанная очень интересная работа. Там практически все возможности этого сервиса проиллюстрированы. Ссылку я добавила. Что позволяет делать Genially? Он тоже интерактивный сервис. Кроме изображения, аудио, видео и всего остального, сюда можно добавить интерактивные метки. Прямо внутри презентации есть такие точечки, метки, нажимая на которых, вы получаете дополнительную информацию о том или ином объекте. Ну, допустим, рассказ о книге, вы на фотографию книги наносите несколько меток, нажав одну, зритель просматривает буктрейлер, нажав другую, он знакомится с биографией писателя, нажав третью, он, может быть, какую-то экранизацию по этой книге может посмотреть по ссылке. Вот такие интерактивные метки позволяют очень интересно сделать многоплановую презентацию и сразу большое количество информации в нее вместить. Кроме того, здесь есть еще и анимация. Вы можете, кроме переходов между слайдами, настроить здесь практически любой объект. Объекты у вас могут вращаться, появляться, исчезать. Различные перемещения по слайду тоже возможны. А вот список того, что добавляется внутрь презентации, кроме интерактивных меток. Видео, аудио, различные диаграммы. По коду можно добавить любой встраиваемый объект, например, Google карту, опять-таки опрос, голосование, игру какую-то. Дальше можно из социальных сетей какой-то материал добавить, ну и с компьютера загрузить любой документ, например, с Google диска. И таким образом у вас получается такая большая-большая презентация, очень интересная, с большим количеством материалов. Genially и дает свои шаблоны, но можно и создать работу с нуля. Правда, шаблонов бесплатных не очень много у него, около 20, но тем не менее очень интересный сервис, и даже если вы начинаете работу с нуля, вы можете сами настроить себе шаблон, залить фон, добавить свои картинки фоновые, получится тоже очень интересная презентация. Анимация. Здесь на первый фон выходит анимация. Посмотрите, пожалуйста, здесь огромное количество анимационных эффектов. Enter – вход, exit – выход, continuous – это продолжающаяся анимация, то есть пока вы смотрите на слайд, анимация не заканчивается. И дальше вы можете различные эффекты выбирать. Слева направо, справа налево, как эта анимация будет двигаться, с какой скоростью. Здесь настраивается любое ваше желание. Поэтому презентации получаются яркие, интересные. Ну и, наконец, последний сервис, о котором точно уже нельзя не сказать, это сервис Svai.
который одновременно и сервис, и программа. В качестве офлайн-программы он доступен, если у вас стоит на компьютере Microsoft и Windows 10, либо 365. В этом случае он с Wi у вас уже по умолчанию присутствует, он в виде офлайна, вы можете им пользоваться. И тут же потом эти презентации будут сохраняться в интернете, в облаке, и вы можете их публиковать. Но это не повод отчаиваться тем, у кого такой возможности нет, потому что SWI – это еще и сервис. Одновременно вы можете на сайт этого сервиса зайти, зарегистрировать учетную запись Microsoft и после этого получить доступ к сервису. Сервис необычный. Если вы по ссылке сейчас пройдете, то посмотрите, что здесь даже не презентация, а скорее такая цифровая история, которая поделена на части, на слайды. И внутри этого слайда могут быть и тексты, и изображения. Плюс к этому можно еще добавить практически все, что вы захотите. Видео, аудио, контенты соцсетей, различные Google карты, встраиваемые объекты, презентации и так далее. Здесь практически очень неограниченные возможности. Все это бесплатно. Есть еще и библиотека изображений и шаблонов оформления. Причем сервис умный, он позволяет очень быстро подсказывать, какой варианты оформления вы хотите выбрать. На выбор вам несколько шаблонов дает, и вы уже выбираете тот, который вам нравится. Если вы ссылку открыли, посмотрели, что здесь необычайный просмотр. Можно смотреть как цифровую историю вертикально, либо можно по горизонтали просматривать, как угодно. Готовые SWI можно вставить и на сайт, и в блог. И, кроме того, здесь еще можно совместно организовать работу по созданию презентации. Создатели сервиса утверждают, что сервис максимально простой, он русифицирован. Здесь есть вот шаблоны, они с правой стороны. Вверху есть такая вкладка «Конструктор», которая позволяет конструировать внутри этой презентации. Каждый объект появляется в виде такой карточки. И на эту карточку вы добавляете либо текст, либо картинку. А потом эти карточки можете менять местами и организовывать в любом порядке, как вы считаете нужным, вашу презентацию. Есть какие-то варианты красивого оформления, например, заголовки более выделить красиво, какие-то надписи. В общем, все это настраивается. И, как видите, сервис сразу несколько вариантов с правой стороны предложил, несколько стилей оформления. В общем, выбрать есть из чего. Вот как раз как выглядят эти самые карточки в разделе «Конструктор». Можно посмотреть. Как видите, тут плюсиком добавляется новая карточка, а внутрь добавляется свое содержание. Либо это текст, либо картинка, либо видео, либо что-то еще другое. Ну а с правой стороны опять варианты для оформления. Предлагаются, например, фоновые картинки, которые можно добавить на слайды. И таким образом создать свою цифровую историю. Если говорить вообще о сервисах, то их намного больше. Вот список всего того, о чем я сегодня вам постаралась так быстро рассказать в общих чертах. Я надеюсь, что вы на свой вкус что-то сможете из этого выбрать. У всех возможности, конечно, разные. Кто-то более настроен на картинки, кто-то на тексты, у кого-то интерактив на первом плане или анимация. Но, тем не менее, вот весь этот арсенал помогает создавать очень красивые работы и публиковать их на сайтах, блогах, радовать читателей, показывать их на мероприятиях. Ссылки здесь все активные в этой презентации, они ведут на обучающие материалы. Часть из них написала я, часть нашла на просторах интернета. Все это рабочие материалы вы можете использовать, если какие-то вопросы у вас появятся. Если прямо сейчас какие-то вопросы появились, я буду рада на них сейчас ответить. Спасибо большое за внимание. Так, скачанные презентации с папки «Ресурсы» не открывайте. Подскажите, где еще можно их скачать. У меня вот, я на слайде написала свой адрес электронной почты, либо можете на Фейсбуке меня найти по фамилии и имени. Вы просто напишите мне, ну, откликнитесь письмом, я вам вышлю презентации, если хотите, прям с компьютера со своего сегодня вечером пришлю. Спасибо. Да, знание английского языка, конечно, приветствуется, но есть и несколько русскоязычных, начните с них, а потом, если войдете во вкус, попробуйте уже англоязычные. Они тоже довольно интересны. Google переводчик очень рекомендую использовать. Если на первых порах сложно, то вполне он так корректно все переводит.
Спасибо большое за внимание. Ссылки все дала, где меня можно найти. Блог у меня есть «Роза Ветров Север». Тоже заходите. Там и мастерилки появляются, какие-то обучалки новые. Ну и группа есть на Фейсбуке. Тоже, если вы там зарегистрированы, заходите в гости. Называется она «ИКТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей». Там вся новая свежая информация, которую я нахожу в сети, я там публикую касательно разных сервисов и инструментов для работы. Спасибо вам большое за внимание, еще раз за поздравления. Всего вам доброго и жду на следующем вебинаре, который состоится через неделю, 26 числа.